Всех приветствую. Сегодня заморочился немножко, монетизировал канал и запилил на все свои видео иконочки. И заодно вспомнил про такую веселую игру, в которой я раньше рубился, Alpha Runner. Последний раз запускал ее 3 месяца. Посмотрим, какие изменения вышли в ней. Так. Как-то он стал прыгать странно. Или мне кажется. Раньше пошустрее это он делал. Надо, кстати, посмотреть и убедиться, прав я или нет. А? Да блин. А, понял, понял, понял. Сделали физику для персонажей. То есть космонавт теперь как бы плавит. Тьфу, плавит, господи, плывет. Ой! А, это испытание. Все, вспомнил. Так, блин. Ладно, как всегда буду нажимать. Не получилось. Интересно глянуть и других персов. Так, испытание как бы вот. В принципе, кроме изменений физики, пока ничего нового не обнаружил. Отлично. Циркулярных пил стало больше в разы. Но динамику, мне кажется, все-таки игра немножечко. О, блин. Утратила. Ладно, пожалуй, хватит. Посмотрю, может, какие-то есть новые режимы. Спидран. Практика. Settings. Да нет, все тоже осталось. Что это было? Упс. Достижение какое-то дали еще. Этот что-то вообще слабенько прыгает. Так, ладно. Гляну спидран.
Ой-ой-ой. О, ништячок. Ладно, всем спасибо за просмотр. В общем-то, как я понял, разработчики довели свое детище до ума. Вот, и мы уже имеем финальную стадию проекта. Хотя, может быть, еще какие-то будут изменения вноситься, но вроде бы все уже доделано, все на своих местах. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока.